просто вышлепываем ракеточки. Первое упражнение разминочное. Шлепаем по ракетке. Такие бьем, а шлепаем. Шлепаем по ракетке. Короткое бедро вышлепываем. Готовимся к линии. Два правые, два левые. Тоже. Задача размяться. Просто шлепаем. Еще мандель петура. Снаружи, внутри, я мандель петура. Петура, панды, петура, панды. Все. Разминаем. Петура, панды. Упражнение. Перешли уже к подушкам. И мы работаем то же самое. На короткой дистанции панды чаги. Убрали таз назад и поехали работать. Тот, кто держит лап, наклоняется, чтобы ему было это проще делать. Одна нога. Только пит. Подписывается, что панда говорит, в принципе, такой спарринговый аналог доли чаги в корпус. Так, пить чаги. И, естественно, то же самое упражнение на другую ножку. Толкаешь, бьешь. Пить по корпусу. Разворачиваем. И вот так вот, панда-петура. Чем выше темп, тем лучше. Поворачиваем подушечку и в одной плоскости работаем. Пандель, петура, пандель, петура, пандель. Вы можете разную последовательность сделать. Чаще, чаще. Не, разворотик. Артем, разверни подушечку. Разверни, чтобы плоскость была. Конечно, это же упражнение на другую сторону. Такое чередование панделей, петура. Петов, петура. Пит, петура. Чередуем. Кто держит подушку, произвольно меняет плоскость. Или справа, или слева. И спортсмен на выбор уже работает. Ну, а работаем. Кого мы ждем? Произвольно поворачиваем подушку под правую, под левую сторону. Это может быть 2, 3, 5 ударов. По-разному. Сами меняем, чередуем. Следующее упражнение надо делать такую вещь, как тот, кто держит подушку, фактически ложится на противника, который бьет. И человек, который бьет, он вынужден держать вес, отталкивать, и при этом работать ногами. Руки на толчок работают, ноги работают туда. Ложимся на руки. Самое задание. Чуть ложиться на руки, но уже два удара. Последовательность любая. Сашенька, ложись, Саша, ложись. Не бойся. Опираемся, опираемся на спиной на ручки, чтобы руки работали. Все ванчаги. Ярослав уже погибший стал у нас. Чем выше темп, тем лучше, естественно. Выше темп, лучше.
Чаще ножками, чаще ножками. Открываешь, раскрываешь. Ну, накрыл, раскрыл. Открыла, раскрыла. О, капюшончик. Ушки жалко. Чем выше темп, тем лучше, ребят. Теперь работаем. Чередуем. Перемахивание и прыжки. Перемахивание, прыжки. Ух ты, Маше в ухо дали. Включение Скорпион Кик. Делается ложное замахивание и потом переходит удар в голову. Вход в клинч, ложное замахивание, удар в голову. Вход в клинч, ложное замахивание, удар в голову. Всем понятно. Наработку под монгол. Сначала размахиваем. Бэмки. Под подмуток. Перекидывание наружу. Под подмуток. Это не путайте. Не все ванчаги, а именно монгол кик. Когда сбоку открывание происходит. Первое задание уже немножко по тактике больше. На передней ноге надо войти, зайти за спину и накинуть, скажем так, вариант все ванчаги под названием Monkey Kick. Более короткая дистанция. Накидываешь, попадаешь в голову. Заходишь на ноге, зашел в спину, накинул, не получилось. На другую ногу. Кидаешь, накинул, не пошло, перекинул, ай, в живот не надо, пожалел. Накинул, накинул. Накинул, провернулся, накинул, добавил. Комбинация, в общем, то же самое. Накрыл, вперед ушел. Вот разворот у нас ноги такая. Полуторнадо получается. Через переднюю ножку заходим, провернулись, оп, слева накинули. Через переднюю ножку работаешь, заходишь на живот, поворачиваешь, бьешь. Проворачивать не забывать надо. Саша, а мы вход на живот идет, а не вход на спину. На живот вход, Саша. Вот зашла, повернула, накинула. Продолжаю наработку. В общем, то же задание. Через переднюю ножку заходишь, но уходишь в ближнюю. В открытую стойку, на живота нога провалилась.
перешагивание или разворот и накрывание силанчаги этой же ногой. Да, стойку не поменял. Не поменял стойку. Какой ногой бил, такой же зашел, такой ударил. Да, в бою всякая работа, но сейчас такое задание. Как концовочка тренировки. Зал прохладный. Неохота грузить лишний раз. Через переднюю ножку заходим на голову. На ноге показываешь работу в корпус, выкидываешь нерю на голову. Одиночный нерю, фехтовальный нерю. Можно по два, по три нерю чаги, не ставя ногу, да, Мишаня? По два, по три можно сделать. Вытягиваем, достаем.